Истории на ночь. Грязная работа. Трудно найти работу бывшему заключенному. Дорога только в грузчике или водителем. Но мне довелось попасть не туда. Предложили мне грязную работу. Правильнее сказать, не для слабонервных. Работа была очень нужна срочно. И тут подвернулась вакансия. Уборка останков с дороги после ДТП. Вы, должно быть, представляете примерно, с каким ужасом мне пришлось столкнуться. Проработал я примерно месяц. Руки, ноги, части тела, все повидал. Я проклинал всех водителей, которые были виновниками этого кошмара, даже которых собрал по кусочкам и в мешок. Спать я мог в сутки только по 2 часа. Больше не мог. Перед лицом стояли изуродованные тела, кровь, внутренности. Как сейчас помню. Прошел я домой после ужасной уборки. Женщину переехал дальнобойщик. Тело все в смятку, ноги ее попали под тормозной путь. В общем, все плохо. Я включил свет в своей комнате и услышал на кухне звон посуды. Я насторожился. Взял в руку первое, что попалось. Зонт. Я осторожно прошел в коридор. Резко включив свет на кухне, я увидел. У меня подкосились ноги. Я не мог закричать, пытался, но не смог. Я только простонал. На полу моей кухни лежала та самая женщина. Одной рукой она пыталась подползти ко мне. А я не мог пошевелиться от ужаса. Длинная кишка волочилась за ней. Она хрипела и двигала уцелевшей рукой. Один ее глаз просто выпал. Весь пол был в крови. Холод пробрал меня. Все волосы дыбом встали у меня на теле. Не выпуская зонт в руке, обеими руками я вцепился в дверной проем. Это произошло примерно за 5 секунд, но по ощущению, будто бы прошел целый час. Взяв себя в руки, я кинулся к входной двери и судорожно начал открывать входной замок. Но никак не мог открыть. В панике я решил как-нибудь успокоиться и ударил себя кулаком по лицу, внушив себе, что это все галлюцинация. Не выдержав, я резко обернулся, и передо мной оказался еще один мертвец. Он стоял в 3 метрах от меня. Кости ног и ребра торчали из него. Челюсти не было. Порванная кровавая одежда свисала лохмотьями. Впервые за всю свою сознательную жизнь я заревел вслух. Тут из комнаты послышался еще хрип. И я понял. Они тут все. Я не помню точно, как я выбежал из квартиры, но потом мне сказали, что замок был напрочь сорван. Сейчас я нахожусь в психиатрическом диспансере. Я не в состоянии находиться в темноте и боюсь остаться один. Я больше не могу так. Иногда они возвращаются, и я вижу их всех. Спасибо за внимание, с вами был Янус Сферату, и приятных вам кошмаров.